Его картины находятся в частных коллекциях и музеях по всей России, а плакаты и декорации в свое время украшали видновские столичные сцены, улицы и здания. Художник и преподаватель Московской центральной художественной школы Денис Минаев, чья персональная выставка открылась в историко-культурном центре, хоть родился в подмосковном Ногинске, тесно связан с Ленинским городским округом. С конца 90-х годов и в 2000-х он жил и работал в Видном. Он пришел к нам неожиданно в управление культуры, пришел такой застенчивый молодой человек и сказал: «Я хочу показать вам свои работы». И как бы предложил участвовать в оформлении наших праздничных мероприятий. Мы с ним очень долго и плодотворно сотрудничали в этом направлении. К сожалению, в 2021 году художника не стало. Он ушел из жизни прямо во время учебного пленэра. Его ученики, друзья и коллеги отзываются о нем как о талантливом, добром и отзывчивом человеке, настоящем мастере своего дела. Все работы его абсолютно разные. Они очень разные. И я помню, когда он мне говорил, что: «Алин, вот поставь все свои работы перед собой, и если они хоть немного похожи, значит, это нехорошо». Это был очень разносторонний человек, он правда умел все. Ответственный очень человек, то есть как бы все, что можно обратиться с любой просьбой, можно любую проблему решить. Он всегда шел навстречу, был очень отзывчивый, и человек, его коллеги, друзья любили. Это на самом деле чисто по-человечески важно. Казалось бы, нет направления неподвластного Денису Минаеву. Он хорош как в классической живописи, так и в графике и современной абстракции. Пейзажи, натюрморты, портреты соседствуют на выставке с плакатами и линогравюрой. И кажется, что все эти работы принадлежат кисти совершенно разных художников. Он может сделать и плакат, может сделать живописную картину, может сделать акварель, может сделать линогравюру, в отличие от меня, я не могу. Воспринимаю работы через призму музыки. Как я говорил, уже он был музыкант, вполне себе исполнитель. И когда, если бы вот здесь была возможность включить, допустим, какие-то его произведения, то работы заиграли совершенно другими бы красками. Прекрасное впечатление, очень жалко, что он рано ушел из жизни. Вот, советую всем прийти посмотреть эту выставку. Очень разноплановый художник. Здесь и в технике плаката вы можете увидеть и графику, и пейзажи, и портреты. В 2016 году, еще при жизни Дениса Минаева, видновчане уже могли познакомиться с произведениями художника в стенах историко-культурного центра. Нынешнюю экспозицию совместно с ИКЦ готовили его друзья и ученики. Посетить выставку можно до 26 марта. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.